22 октября на 39-м километре автодороги Южноуральск-Магнитогорск произошло лобовое столкновение автомобиля «Лада» с КАМАЗом. Как сообщили в УМВД по Челябинской области, в результате столкновения пассажир «Лады», девушка 2002 года рождения, скончалась на месте происшествия. Еще один пассажир легковушки, молодой тюменец 2001 года рождения, скончался в больнице. За рулем «Лады» была женщина 1974 года рождения, в КАМАЗе мужчина 1967 года рождения. По их травмам информации нет. Берегите себя и своих родных, и не забудьте подписаться.